получилось сегодня без сопротивления сыграть? Я думаю, дело не в сопротивлении, а дело в классе, это в первую очередь. Второе, первый тайм был очень смазанным. Второй вышли, я считаю, он был более так с характером, с каким-то темперамент. Да. А в целом, если комментировать, была большая гамма ошибок, естественно, понятно. И если нужен вам ответ и комментарий какой-то, я просто скажу две вещи. Это селекция кодов, наша ситуация, ну и разница, колоссальная разница в классе, увы. Вы расстроились? Вы знаете, я не могу сказать, что я сильно расстроился, потому что я знаю, почему и из-за чего мы проиграли. Расстраиваешься часто, когда не видишь, из-за чего, где и как ты проигрываешь. Когда расстраиваешься, и ты проигрываешь. Когда ты знаешь в точности, почему ты проиграл, или же наоборот, почему ты выиграл, то чего расстраиваться? Да. Касательно поражения, то чего расстраиваться? Мы видим ошибку, мы знаем, почему проиграли. Зора, ну как сегодня, довольна реализация? Реализации нет. Это много, это хорошее, что у меня проводится первый тайм, второй тайм, или больше. У нас был контроль, но не получилось все, что как это. Я уверен, что с каждым игрой будет лучше, лучше. А кто был сегодня главным героем и антигероем матча? Может быть, комары и антигерои? Да, комары не, они герои и антигерои. А нет, нет, герои не антигерои. Команда играет всегда. Должна играть место сегодня. Много так получилось, много нет, но так всегда бывает. Получается, что вам хватило трех туров для того, чтобы единолично возглавить таблицу чемпионата. Шериф идет без потерь. Получается, что команда лучше всех адаптировалась к новым условиям? Да, я не бы так сказал. Это только началось все, только три тура. Это первый-второй чемпионат, это не спринт, это маратон. Так что надо каждый день работать, концентрироваться и надо думать про это все, как еще подняться, как чтобы у нас была еще лучшая игра и, конечно, готовиться к этому, это самая большая цель. Скажите, пожалуйста, вот голые трибуны на вас как-то смущают вас? Конечно, я бы уже хотел, чтобы здесь было даже, не знаю, в Европе разрешают 30%, чтобы здесь было, не знаю, сколько люди, было бы намного легче, чувствовали по-другому футбол. А так, думаю, все время против коронавируса, сейчас смотрим эту ситуацию, даже Хорватии стало немного хуже, так что надеюсь, что скоро будет лучше.